Скажи, Маш, а где твой папа? Ты общаешься с ним? Да. А какие у вас отношения с папой? Хорошие. Как часто ты видишь папу? Довольно часто. Ходим в кино, в парк, катаемся на самокатах. А папа давно с мамой вместе не живут? 3 года или 4 назад. А почему папа с мамой не живет? Я не знаю. А что тебе мама говорила? Почему они больше с папой не живут? Мама мне не говорила. Чем больше вопросов мы задавали Маше, тем больше она нервничала, плакала. Мы поняли, что очень много тем табу. Как ты пережила расставание мамы с папой? Плакала. Я бы хотела, чтобы папа с мамой были вместе. У мамы были мужчины после папы? Нет. Ну, мама нікого додому не приводить, не познайомить тебе. Я не видела. От я не вірю, щоб Настя і ще й не приводила мужиків. Не вірю, взагалі не вірю. Тобі мама не розрішила розказувати? Ну, вона просто сказала їй говорити. Про що? Ну, про те, що к мамі приходять мужчини. Цінками. Она дергает за усенцы. Уже вот тихо-тихо. Ой-ой-ой, не надо, все, до все, крови. Все. Уже до крови. Да. Все, Маша, все, выдыхаем. Мне было очень приятно с тобой познакомиться. Ты очень хорошая девочка, и ты классно танцуешь. Я представляю, что после того с ней будет, когда мы уйдем. Получится, наверное, не только тапочка вслед.